А Нюрке гулять. Нюрочка, пойдем погуляем с тобой. Нюрочке гулять. Давайте смотрим, как у нас выглядит ребенок. Что у нас с ребеночком? Покажи малыша, Нюр. Нюрочка, орешки. Давай, орешки. Так, ты убирайся. Ты убирайся. Нет, 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 тебе не нужно тут пока быть. Никого не дразни. Нюра, уронила орех. Ай-яй-яй. Держи еще. Держи. Нюра, конечно, тревожно себя чувствует. Мася опять сидел у лисиц. Вчера он отказался идти домой. Можете себе представить, я его отправляю домой. Он вышел и, подойдя к своему вольеру, развернулся и ушел обратно к лисицам. Он немножко утомился от семейной жизни, но Нюрка чувствует себя без него неспокойно. Это естественно. Нюрочка, Нюрочка, держи еще орешки. Держи скорее. И Мася, держи орехи. Молодец. Всем орехи. Нюре орехи. Смотрите, какой чудесный ребенок у нас. Какой прекрасный. Просто чудо. Не суетись, не суетись. Что ты суетишься? Орехи вкусные, я спокойный. Все должно быть спокойно и хорошо. Держи, орешка, держи. Держи скорее, молодец, моя девочка. Какая мама хорошая, заботливая. Только очень суматошная, все роняет. Вот так вот. Все-таки к Масе. Букаше любопытно, по самое не могу. Мася не хочет все-таки быть нормальным папой, ему это не интересно. Он с ребенком вообще не общается. Я ни разу не видел, чтобы он общался с ребенком. Но все равно Нюра чувствует себя рядом с ним больше под защитой и ей спокойнее. Поэтому у нее тревожная ночь, но если Мася действительно просто отказался идти домой, заставить его почти невозможно. Что тут сделаешь? Какой ребенок, вы только взгляните. Мы уже смотрим, мы уже начинаем осознавать мир. Ах, красавчик, а пальчики какие длинные, цепкие. Все, кушать. Нет, просто покрепче взяться за маму. И осторожно взял маму за хвостик, чтобы снова не потеряться. Ну, на меня посмотри, ну, посмотри на меня. Мелкий обезьян. Вот, молодец. Молодец, отлично. Все, смотрите, уже смотрим по сторонам. Куда бы, чтобы... Мась, орехов еще держи. Скандалит. Ну, вот так вот, изо рта уронил все. Ты. Нюра, сейчас тебе дам. Сейчас тебе дам орех. Все. Все орехи оставшиеся забрала. Молодец. Вот так. Да. Нюр, спасибо подписчикам за орехи. Передай, пожалуйста. Нюр, скажи спасибо. Нюрочка, девочка. Ну, хоть так, ладно. Вот так, ребята, спасибо вам за орехи. Все, да, ребенок кушать пошел. Вот у нас сейчас кормление. Вот так мы живем. Ай, какая красота. Какая красота. Очень, очень приятно. И все, и домой. И домой. Дома безопаснее, дома спокойнее. Нет? Без Масика никак, да? Ладно, сейчас Масик придет. Сейчас Масика к вам отправлю. Не буду это показывать, невозможно. Мне руки понадобятся. Вольер открыть, вольер закрыть, Масика почесать. Нужны будут руки. Поэтому этот процесс я не покажу. Пока только прогулки.
Вчера Нюра первый раз гуляла, я ее первый раз выпускал с ребенком, чтобы она опять вспоминала, каково это гулять, опять начинала чувствовать себя спокойно в общем помещении, чтобы ребенок привыкал к присутствию рядом человека, чтобы я потихонечку имел возможность ребенка потрогать, да, не просто протянуть, ну хотя бы для начала протянуть руку в его сторону, да. Нюрочка молодец. Нюра хорошая мама, не очень беспокоящаяся. Ты красавица моя, да. Да, вот так вот. Вот мы должны возвращаться в прежнее состояние доверия. У нее действительно ведь все очень сильно изменилось в голове, сильно изменилось восприятие мира, и поэтому нам постепенно нужно возвращаться в прежнее состояние, что мы доверяем друг другу, что мы спокойно общаемся, и идеально, конечно, если она через какое-то время начнет позволять гладить, а то и брать ребенка. Это было бы совсем прекрасно, но не знаю, насколько это получится. Ай, какие чудесные! Какие чудесные! Но Букаха, конечно, висит, просто не отрываясь, наблюдает. Да, Нюриль? Такие мы чудесные, такие мы красивые, такие хорошие. Ну, мочи нет. Просто мочи нет. Вот любовался бы и любовался. Давай. Давай, беги к себе. Все, 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 никто не волнуется. Мася, орехи кончились. Орехи кончились. Больше я вам орехов пока не дам. Пока орехов больше не дам. Ой, какой. Ой, какой. Кушать, кушать. Кушать, кушать скорее. Ну, это уже тоже хорошо, если ребенок, видя меня на таком близком расстоянии, спокойно ест. А Нюра ест орехи. Все заняты своими делами. Вот так, наверное, и следует общаться, чтобы все старались друг другу доверять, что никто орехов не отнимет, плохого не сделает. Ну, как-то вот. Вот вам история, первая более-менее длинная история про нашего совместного ребенка. Хорош. Ай, как хорош. Ай, как хорош. Но смотрите, он не присасывается надолго, а делает несколько глоточков и слезает. Но я знаю точно, что молока хватает, потому что ни разу он не пищал от голода. Никогда такого не было. Растет размер. Размер. Вы только посмотрите, какой огромный все-таки размер у ребенка. Уже активный. Нюра, сейчас вы воссоединитесь. Сейчас. Я просто не хочу их выпускать в помещение вместе одновременно. Почему? Объясняю. Потому что Нюра сразу будет находиться под его защитой. И вот даже вот эти вот резкие движения Нюры, непонятные, да, могут вызвать у самца агрессию. И мне совершенно не хочется сейчас влезать в их семейные отношения. А если я Масю тоже выпущу вместе с ней, я волей или неволей влезу в их семейные отношения. И могут начаться разборки со мною. Зачем мне это надо? При том, что мы с Масей очень хорошо друг к другу относимся, но отношения отношениями, семья семьей, если Нюра вдруг дернется, то Мася может пойти на меня. Когда ты работаешь с животными, ты должен просчитывать возможные проблемы, возможные события на будущее, все это понимать, поэтому Мася будет выпускаться только когда Нюра сама пойдет обратно к себе домой, тогда Мася пойдет сразу же к ней.
Вот. Мне не нужно портить отношения с Масиком из-за чего-нибудь, что может придумать молодая мама. А вы знаете, что у молодых мам в голове бывают всяческие, иногда очень странные секундные задвиги и вспышки, и перемены настроения. Ни в коем случае такого допускать нельзя. Нюрыч, Анюрыч, пойдем, пойдем в дом, давай, иди ко мне. Нюрочка, Нюрочка, иди сюда. Нюр, Нюра, а у меня кексик есть. А у меня есть кексик, небольшой, правда? А, Мася знает слово кексик, отлично. Нюр, давай, беги скорее. Беги скорее. У меня кексик, но кексик будет только дома. Держи. Вот, молодец, девочка. Вот так вот. Дома должно быть спокойно. Все, сейчас будем Масю воссоединять с семьей. А это кикимора скачет все. Это кикимора скачет. Все, Масян, доедай орех и пойдешь к супруге. Да, молодец, мальчик. Все, ребята, пока.